Обратите внимание, как концептуально. Картина практически пустая, на которой проведена одна единственная линия. И объемы, трехмерности, пространства, и блики, и светотени, все что угодно. Знаменитая картина, вернее, две картины Полигнота, которые находились в Дельфах, в этих гробницах и в этих условиях живопись сохраняется очень хорошо. Но у греков таких гробниц не было. Тогда Апеллес взял кисть и провел тончайшую линию. Протоген вернулся, он сразу все понял, да, потому что такую изысканную линию мог якобы оставить только Апеллес, только один художник. Здесь мы читаем следующее. У ручья белоснежные цветы. Давайте здесь мы читаем следующее. Да. Да. Здорово.